Объясняю движение для второй связки. Вот эти движения мы уже делали в первой связке. Для второй связки нужно научиться двигаться на одной ноге. Нога стоит косолапо, это И. Раз, И, два, И, три, И, четыре. И. Раз, И, два, И, три, И, четыре, И. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Переход. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Мы бы сейчас делали раз пятки вместе. Мы так и делали пятки вместе. Только перекрещиваем ноги. Раз. Две стопы должны двигаться. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Две стопы двигаются. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Раз. И. Два. И. Такой захлёт. Три. И. Четыре. И. Раз. Такой полукруг носком. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Раз. 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 И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Раз.
и два, и три, и четыре, и. Теперь как это в связке этих движений? Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, 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 раз, и, два, и, три, и, четыре, и,